Трудись и укрепляй в себе веру. Со временем почувствуешь потребность в молитве, пока слаба твоя вера и не заставляет тебя молиться. Смотрели мы, как слабая струя воды падала на колесо водяной мельницы и оставалось колесо неподвижным. Когда же прибыла вода, колесо двинулось. Вера есть сила духовная. Подвигнет ум к размышлениям о Боге и сердце на молитву Ему. Крепкая же вера движет ум и сердце и всю душу человека. Пока живет в душе крепкая вера, она силой своей устремляет душу к Богу. Ты говоришь, что, прочитав слова Спасителя, знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Ты сделал вывод, что молитва не нужна. Конечно, знает Господь, что нам нужно, но Он хочет, чтобы мы молились Ему. Поэтому и заповедовал Спаситель: непрестанно молитесь, и научил нас молиться. Отче наш, иже и си на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ведь и родители знают, что нужно детям, но ждут, пока ребенок попросит их. Знают родители, что прошение умягчает и облагораживает детское сердце, делает его смиренным, кротким, послушным, милостливым и благодарным. Видишь, сколько небесных искр высекает молитва из человеческого сердца. Thank you.
Прочитал я, как один странник остановился перед домом у дороги. Вдруг наступила в доме тишина. Преклонили колено на молитву. Но один из них вышел и стал ходить вокруг дома. Спросил его странник, что происходит в доме. Молится Богу. Мне стало стыдно, и я вышел. Странник замолчал в ожидании. «Кого ты ждешь?» – спросил рабочий. «Жду, когда кто-нибудь выйдет, чтобы спросить его о дороге». «Почему не спросишь меня? Я покажу тебе дорогу». Покачал головой странник и отвечал. «Как может показать правильный путь тот, кто стыдится Бога и своих братьев?» Думаю, что ты молитвы не стыдишься, но вера твоя еще не окрепла. Береги. Укрепляй в себе этого младенца. Когда вырастет он и возмужает, стократно воздаст тебе за твой труд. Мужественная вера повернет внутреннее колесо твоего естества, и ты обретешь жизнь новую. Мир тебе и благословение Божие. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божий, народного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, нестворенно, единосущно Отцу, им же вся выше нас ради человека, и нашей ради спасения, сшедшего.